В эфире новости экономики, в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. «Финам» предлагает решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. «Финам» – ваш индивидуальный способ достижения цели. Многих сейчас интересует прогноз на июнь по рублю, ведь в связи с началом сезона отпусков эта тема близка очень широкой аудитории. С точки зрения фундаментального анализа, сегодня на укрепление рубля играет несколько сильных факторов. Первый – это продление странами ОПЕК+, соглашение о сокращении добычи нефти. Стоимость черного золота стабилизировалась, а вслед за этим и рубль почувствовал себя уверенней. Второй фактор – поддержка спроса на рублевые активы со стороны спекулянтов, реализующих стратегию carry trade, то есть извлекающих прибыль от разницы процентных ставок в разных странах. Еще один аспект, благодаря которому рубль чувствует себя комфортно – улучшение в отечественной экономике. Собственно, этих причин уже достаточно, чтобы прогнозировать укрепление рубля. Рассматривая картинку в целом, в том числе и технический анализ пары доллар-рубль, к концу июня доллар снизится до отметки 55 рублей 40 копеек, то есть рубль укрепится примерно на 2% от текущих уровней. Прогноз на конец 2017 года – 54 рубля за доллар, пока он не изменился. Июньские отпускники могут чувствовать себя относительно спокойно. Другое дело, что к середине лета возможно некоторое локальное ослабление нашей валюты, и потому июнь станет неплохим периодом для тех, кто в ближайшее время намерен пополнить валютную часть своего портфеля, или, если вы собрались в зарубежный отпуск в июле-августе, покупки валюты для отдыха. Как и где покупать валюту? Через валютную секцию Московской биржи по выгодному биржевому курсу, существенно снижая издержки по сравнению с покупкой валюты в банках. Сделать это очень просто, достаточно открыть брокерский счет в инвестиционной компании. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 6 июня. Доллар – 56 рублей 61 копейка, евро – 63 рубля 81 копейка.